Тут так странно. Что это? Потом, Энн. Я все расскажу, когда закончим. О, Матерь Божья, мы ведь сюда шли, верно? Да. Стереги тут, не пускай никого. Не беспокойся, справлюсь. Thank you.
Капитан Кенуэй, моя вечная заноза. Рад, что убьешь меня. Я лишь выполняю работу, Торрес. Как и ты в свое время. Как и все мы, боюсь. У тебя нет ни семьи, ни друзей, ни будущего. Ты потерял куда больше нас. Возможно. Но убив тебя, я исправлю ошибки куда серьезнее. Ты правда в это веришь? Дай тебе волю, и ты загонишь человечество в уютную тюрьму, пусть безопасную, но лишенную духа и безгранично унылую. Так что, столько повидав и узнав за последние годы, я поверю в это. Ты тверд в убеждениях. Тебе к лицу. Торрес пробудил нечто буйное. Что нам грозит? Устройство вернули. Значит, ничего. Как это место зовется? Плащ капитана Кенуэя. Хэтсавол тесу тукела. Кавенен. Закроем все и уничтожим ключ. До следующего мудреца эти двери не откроются. В последний раз здесь были фиалы. С кровью древних людей, как сказал Робертс, но... их больше нет. Тогда нам придется их вернуть, пока тамплиеры не прознали об этом. Можете пойти с нами. Да, но... когда исправлю то, что разрушил дома... Недавно пришло. Просыпайся. Кажется, мы до сих пор еще толком не знакомы. В этой эре точно. Хотел бы я объяснить все странности, но времени нет. В общем, теперь ты знаешь Юнону. Я даже думал, что она сумеет завладеть твоим хлипким тельцем. Но что-то случилось. И она снова там. Плену. О, она некогда была великой. Из расы прекрасных, дивных созданий. Они создали вас. Ты в курсе? Люди были для них орудием. Только и всего. И станут снова. Надеюсь, скоро. Ведь мир почти готов к ее возвращению. Он ждет. Ждет второго пришествия. О-о. Они идут. Тамплиеры. Или в этот раз ассасины. Идиоты. Все они. О! Завидую. Она хотела, чтобы тут был я.
Это ее эксперимент позволил мне возродиться в виде этой твари. Лежать! Лечь на спину! Живо! Он вооружен! Направь меня, любимая! Я твое орудие! Опусти оружие! Бросай! Брось оружие! Все, отбой! Он там жив? Тяжело ранен. А заложник? Эй, как ты? Слышишь меня? Ау, отвечай! Ты как? Ну, наконец. Слава богу. На первый взгляд, все хорошо. Можешь стоять? Так, а теперь походи. Доктор заходил. Сказал, беспокоиться не о чем. И что доза в шприце была существенно ниже смертельной. Я себе места не нахожу. Кошмар. Все улики указывали на тебя, а оказалось, это был Джон. Что мы нашли в его компьютере? У тебя будет все, что нужно. Я тобой так горжусь. Правда. Да, кстати, видеоролик готов. Посмотришь? Имеешь право. Вот так. Загрузила в твою базу. Можно смотреть здесь или в анимусе. Он классный. Здесь точно передан дух той эпохи. Ну, удачи. И еще раз спасибо. В мире, где пираты правят морями, они узнают, что нет ничего святого, и все предаются пьянству, грабежам и разврату. Ола, леди! Этим летом Abstergo Entertainment предлагает незабываемое приключение. Точите сабли, полируйте крюки и в море с карибскими дьяволами! У данного продукта еще нет рейтинга.
Мы начали исследование жизни Радун-Хагиду в период жизни с юношества и примерно до 30 лет. Но нас не впечатлила его чрезмерная сдержанность, перемежаемая вспышками гнева. Он явно не обладал необходимыми нам лидерскими качествами. Все же мы решили изучить его раннее детство в надежде найти интересные эпизоды в доколониальной Америке. Здесь хорошо видно, что в этом мальчике есть некая притягательная наивность. Однако наши специалисты сочли историю этого юноши весьма проблематичной. Изобилие фрагментов культуры магавков мешает рассказать подлинную историю Америки. Далее. Язык магавков, безусловно, станет проблемой для восприятия. Как следствие, мы считаем, что детство Коннора может представлять интерес для более образованных зрителей. Широкой же аудитории она может показаться слишком чужой, скажем так. Наша группа рекомендует отказаться. Тело перевезли? Да, и сохранили. Делаем, что можем. Хорошо. Пусть охрана остается на чеку. Мисс Ламе сказала, что ситуация под контролем. Но я чую, скоро они нам снова пригодятся. Просто на память обо мне, если все пойдет наперекосяк, и из храма я живым не выйду. Я пытался быть оптимистом, но просто не могу. Думаю, от воспоминаний Коннора у меня разыгрались нервы. В его истории столько самой разной боли, но он не отчаивался. Даже когда терял веру в других... Я могу только верить, что мы делаем то, что нужно. Что я предотвращу катастрофу. Я знаю это. В смысле, техника ждет. Нам надо только воспользоваться ей. Я последнее звено. Что-то в моих генах или в памяти. Последний элемент, который все запустит. Потому я здесь. Поэтому они привели меня. Только... Я не знаю, чем придется пожертвовать. Рассудком. Жизнью. Нельзя сказать точно. Я знаю, это... Наша война с тамплиерами не закончится. Что бы ни было внутри храма, это не конец. Просто новая глава в этой бесконечной истории. И твоя задача, и мамы, и Шона, и Ребекки, листать ее дальше. Знаешь, я все думаю, Орсон Уэллс когда-то сказал, мол, если хочешь счастливый конец, все зависит от того, где закончить историю. Так что, может, вот и ответ? Может, потому люди идут вперед? Пап, если там что-то случится, случится со мной. Когда будешь рассказывать про меня много лет спустя, расскажи, как я сбился с пути,
но вернулся и успел спасти мир. И закончи на этом. Так они там все будут улыбаться. Пока, пап. Привет, маме. Передай, что я люблю ее, что я люблю вас обоих. Я вас люблю. И что? Слушай, вроде как там. Чикаго на ежегодную встречу акционеров и пропал. Его даже на встрече не было. Откуда знаешь? Я... Ну, как вам эти места? Нам подойдет. Но теперь нам всем придется разделиться. И жить среди людей, которых защищаем. Как завещал нам Альтаир ибн Лаахат. Что ж, а до тех пор будьте как дома. Эдвард, капитан Роджерс оправился от ран. Он вернулся в Англию с позором и долгами. Но он опасен. Я покончу с ним, когда вернусь. Даю слово. Привет, Энн. Эдвард? Я отправляюсь в Лондон через пару месяцев. И буду счастлив взять тебя туда. Ирландке не стоит соваться в Англию. Останешься у ассасинов? Нет, у меня вряд ли достанет на это веры. А ты? Со временем, да. Когда ум успокоится и кровь остынет. Вижу корабль! Заходит в бухту! Ты хороший человек. А научишься сидеть на одном месте дольше недели? Станешь добрым отцом. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memorize.
Отец, а ты всегда умел управлять лодкой? Галка, это корабль, Дженни, а не лодка. Но ты всегда умел? Нет. Нет, я научился, покинув Бристоль. Уйдя от мамы? Я от нее не ушел. Не ушел, не попрощавшись, точнее. Мы договорились, понимаешь, мы с твоей мамой. Она сказала, ушел. Сказала, ты мечтал плавать на лодке и добыть много денег в новом свете. Да, я всегда хотел плавать на корабле. Но не ради себя. Чтоб помочь нам. Заботиться о ней и о тебе. Не-а. Мама сказала, ты обо мне не знал. Ты писал всего раз в год, и она не знала, как тебя найти. Это правда. И мне очень жаль. Знал бы я раньше, не знаю. Может, вернулся бы. Надеюсь, что да. Ну, ты был занят, я так думаю. Да, был, но... это было бы неважно. Можно порулить лодкой? Лодкой? Я не вижу лодки. А ты? О, я про корабль же. Все равно не вижу разницы. А, это очень просто, Дженни. Лодка может быть на борту корабля, а наоборот нет. Ну, тогда что угодно это корабль, кроме моей игрушечной лодки, с которой я купаюсь. Оригинальный взгляд. Дженни, тебе трудно говорить о Кэролайн, о маме. Нет, она умерла давно. Я скучаю, но не плачу. Она мучилась? Не знаю, не думаю. Она была очень счастлива, потом не очень. Потом я ее почти не видела, и она умерла. Мне жаль. Жаль, что меня не было рядом. Ничего. Теперь ты тут. И мы путешествуем. Надеюсь, недолго. Хватит уже с меня похождений. А мы увидим кита? Да, почти наверняка. А как насчет пиратов? Я увижу пиратов? Нет. Не думаю, что это возможно. О, вот жалость. Я бы очень хотела посмотреть. Знаешь что, Дженни? Как только ветер стихнет, я дам тебе порулить галкой. Научу кое-чему еще до заката. Ура!